Ты можешь меня тебе тэпнуть? Умри. Пеппи. Просто спрыгни вниз. Откройте мне люк, пожалуйста. Гэ. Джастина Бибера, значит, мы тут слушаем. Да, пока меня нет. Я, короче, выключил микрофон пока. Я выключил микрофон только для того, чтобы сказать... Ну, наркоманы! Наркоманы! Вы понимаете, я даже не могу отойти уже на секунду. Там плед переложить в другое место. Они тут слушают Джастина Бибера. Мне, короче, нужна новая команда. Это слишком как-то снаркоманилось в моем присутствии. Мне кажется, это я их заразил с самого начала. Поэтому мне нужны чистые люди. Только им не горите, пожалуйста. Ну, хватит! Откуда так много наркомании? Я не знаю. Вот сейчас я включу микрофон, и давайте мы послушаем, что они там творят. Вот давайте. Я не буду тебя бить, если ты будешь... Я тебя знаю, что... А чё выключили? Чё выключили-то? Продолжайте. Ага. Бэйби, бэйби, бэйби. О, бэйби. Ладно, все, хватит. Все, выключайте свою бейбу. Давайте будем начинать уже первую игру бейбу. Короче, поздоровайтесь хотя бы. Так! Всем привет, да твое дерево. Давайте поздороваемся. Всем привет, всем здрасте. Привет, привет, да. Кама и джоба. Коничива. Это интересно, я думал, что сейчас будет что-то интересное. Тут блокшторм какой-то, какой блокшторм, а? Вот смотрите, да даже никто не умрет, даже никто не умрет. Кто вообще сидит на дереве, тот нубасик. Тот нубасик, тот не умеет даже играть, понимаете, не умеет играть. Поэтому давайте будем бегать, а? А то буду каждого банить! Буду каждого банить, кто сидит на дереве, а? Кто сидит в доме. Стасик! Стасик, монстр, Аляша, давайте выходите. Я тебя, по-моему, просил уже лет 10. Конечно. Опа! Я сейчас бейбу бас. Не надо включать бейбу. Откройте мне люк, пожалуйста. Держи. Включу. Я петляю в люк. Благодарю. А то смотрите, все там засели куда-то в домах своих. Что монстры, что Стасик, что... как Аляшу зовут? Никита, что Никита? Твоё... Давай, иди садись на своё дерево. Я спетлял в лисью нору. А ты это лисья нора? Тупой сухарик, уходи. Пожалуйста. Я не сухарик. Да не ты. Стасик! Привет, стой! Ой-ой-ой. Да чё вы тогда сталкиваете уже хотя бы кого-то, а? Ну смотри, все вылезли. Все вылезли, кроме Стасика. Стасик... Костя, с этим не могу не согласиться. Следующий раунд. Кого дерево, чего дерево? Кого дерево? Я прослушал. Мое, да, значит, мое дерево. Хорошо, да. Да хумин ты на дерево. Ой, ну вы тут стойте на своем деревце. Я, походу, наверное, уйду отсюда. С вами, конечно, хорошо, но в другом месте всегда лучше. Поэтому я постою вот здесь. Мия, ты что там зависаешь? Ну давай прыгай давай оттуда, Мия. Ой, там еще минус. Ага, да, вот. Алло, хватит меня сталкивать! Ой, кто-то умер, не? Стасик, ты что делаешь? Спасибо, Стасик. Стасик, ты зачем это сделала? Что взорвалось-то на самом начале, я ничего не понял. Нас будут криперы. Криперы? Да чего ты сделал? Не-не-не-не-не, только не криперы. Не надо криперов, пожалуйста. Только нет, но никому. Не надо криперов. Ой. Да. Никич, ты сейчас будешь забаненным, ты в курсе? На какой основе? Да, давайте еще больше коинов. Мне два очка не дали. А почему тебе должны были дать очки, если ты умер? Нет. Так я один разок умер, и мне два очка не дали. А зачем тебе очко? У тебя свое есть. Вот и тешься. Я бы пошутил, но... Да, я уже пошутил. Монстр, я вообще-то про очко сказал, про очко, да, очка, очко, типа, которое в очках, вот. Ну, ты понял, да? Понял или я поняла? В очках ты, сижу, ну, вот ты в очках, а у Кости очко, которое... Кто сидит в доме, тот нубас, и тот будет забаненным просто на следующий раунд, потому что я нельзя. Я не сижу, я бегаю. А, ну вот.
Подожди. В смысле? Что? Почему мне сейчас три? Почему мне три коина? Я умер. Четы. Четы, значит. Ну, хорошо, значит. А я и так ног. Так что понял, что у кого сколько коинов? У меня 8. 10. 12. 41. Я тебе! Беги! Ран! Бегите, глупцы! Я спряталась в доме просто-напросто. Я тут ни при чем, ребят! Я тут вообще ни при... Это не я сделал! У меня нет никакой книги, не умею читать вообще, это не я делал! Я вообще... Да, а, она... Молодец, братик. Я выжил. Спасибо, Азон. Подождите. Только двое умерли? Братик, я была в доме просто. Ну, я тоже был в доме, я тоже вышел, поэтому нормально. Хорошо, крипер — это хорошая штука, это очень хорошая штука, мне она очень нравится. Это зло. Нормально, нормально. Особенно в руках Эдисона. О, опять наша любимая карта. Твое дерево, Алекс, экспонат. Поэтому забирай. Экспонат. Все, вернулись к истокам, экспонат. А что ты делаешь? Предат. Ой. Тандершторм! Пацаны, пацан трассы погнали! А, не, у вас не получится прятаться там. Или получится? Вас там не бьет снизу? Бьет. А, ну значит хорошо. Значит, мы с Мией будем наверху, вас там пускай все бьет. Нам и здесь нормально на самом деле. Поэтому сидите там, а там снизу больше бьет, кто не знал. Да, да, вот. Вот, всех. Знаешь, в чем прикол? То, чем что прикол? Можно спамиться на блок вперед, и можно ходить задом. Да. Болели с нас. Да, вообще. Да ну. Оно так работает? Да. Подожди. Я пробовала, я так выигрывала. Читеры, читеры. Мия, читеры, Мия. Ай, ай, Мия, не подходи. Алекс, экспонат, ты чё меня атакуешь? Электрозавод. Короче, мне кажется, мы Алекса оскорбляем вот этим, то, что он экспонат, электрозавод. А там всё равно бьёт. Ой, кажись, ну все нормально, хорошо. У меня одно хп оставалось. У меня два. Подожди. В общем, у нас проблемы. Поэтому делайте, что хотите. Да какие криперы? Уже все появилось. То, что надо, уже все появилось. Все появилось. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, о! А! Она на меня набросилась! Смея, она на меня! Быстрее! О, да как! Слушайте, а так... Потому что, блин, меня вчетвером начали избивать. Ага. Это нормально вообще? Ага. То есть драчуны у нас, драчуны на серии, да? Очень большие. Ну хорошо. Что, кому-то хана, черепашки все умерли. Хорошо, хорошо. Первый раз не получилось, получится в этот, значит. Ну, надеюсь, по крайней мере, на этом. Да, Мия? Загоняем сюда. Огонёк! Папа, пошли. Да, ща, огонёк придёт к нам в гости, дочка. Хватит там драться! Давай сюда, папа, сюда, это сюда. Наш дом. Это наш. Ой, подожди. Эй, сгорит. Пускай там все сгорит, ладно. Сюда, огонек. Давай, давай, миленький мой. Давай. Я сожгу этот дом дотла. Ты хочешь наш дом? Это не наш дом. Дочь-то вообще-то на третьем этаже, не видишь, все драчунькаются, поэтому... Да чё ж-то, не дают мне сжечь весь дом, а? Ну как так-то? Проблема в том, что с каждой серией эти серии становятся реально все больше и больше наркоманской. Допустим, ты можешь сравнить предыдущую серию. Там знаете, что Константин Петровка делал? Лучше тебе вообще даже не знать, поэтому даже не смотри вот эту серию, которая сейчас там... Да, мы бы сказали, не смотри, лучше там дичь вообще была. А эту, ах, короче, я буду молчать, я просто буду молчать. Эй! Ой. Слышь ты, голубизна, я тебя ненавижу. Мия. Да. Мия, да че? Это не я столкнул тебя, это не я тебя столкнул. Сталкивайте. Опа, а кто умер? Что в этом такого? Что? Че это сейчас было? Лагающая карта. А что это там впереди? У меня такой вопрос. А все нормально? Ну хорошо, значит будем жить. А, ага. Мне не надо.
Слышь, ты чё? Вот! Ай, я не успел умереть! Ну ты, Аляша, конечно, пописяша. Пописяша, Аляша, не успел меня убить. Да, не успел. А кто умер? Алена, электричка, за что? Алена, электричка меня скинула. Она на вагонетке меня скинула. Так меня тоже вот кто-то сбросил. Именно так столкнул. Сталкивай эту пописяку. Сталкивай. Голубизну. Ага. Пошел он. Уйди. Давай его забьем просто. Ну давай. Мы тебя не звали вообще-то в гости, хлебушек. Это наш дом. Дрочим. Вот сейчас Аляша, какого хера? Ой! Как мы как? Как мы это сделали? Подождите, а кто умер-то? Хлебушек? Мне кажется, он умер от того, что просто спрыгнул вниз. Костя ливнул, Костя... А, хлебушек, да, давай, срывайся. Как мы играем? Я хочу зомби инвазиотион. Я хочу... Чё готовится? Я тебя ненавижу, Александра. Ага. Ну ладно. Вот тебе и зомби. Аляша, сейчас кого-то кто-то забанит, да? Чё ты такой агрессивный? О, да, если можно кого-то. Чё ты на стейсе, Маус? Чё ты на... Потому что он задолбал. Он обижает бедную Стасик, это раз. Обижает всех подряд, это два. Тогда... Бан. Бан! Ну это бан! Атомный бан просто. Ты Алёна электричка. Ой, а кто это сейчас умрет? Ну, Аляша. Ну, конечно же, я. Ага. Я сейчас с таким серьезным лицом смотрю. Да! Прекрасно. Самые большие... Подождите, самые большие драчуны всегда получают по заслугам. Да, Аляшка? Экспоняшка. Аляшка, экспоняшка. Знаете, как будто бы соединили Алекса Экспо. Шиперы. Алексидиту. Ой, у нас тут проблемы, ребят. У нас гасты. Ну так неинтересно, когда... Ну, ребят, ну так неинтересно. Ага, то есть ты меня хочешь вытолкнуть, да? Нет, сюда. Мне стало интересно, а можно закинуть несколько челленджев одновременно? А тут холодильник есть. Ой. Извините, пожалуйста. Типа, да, кто-то умер или нет? Кого-то убили, просто избили. Слушайте, ну это дичь уже какая-то. Ну, ребят, ну давайте мы попросим этих драчунов не драчить. Да. Не, это слишком, я уже сказал. Не, драчунов не биться. Просто скажу не биться, потому что я сказал, это уже слишком, это уже перебор. Ой-ой. Поэтому там был пик не потому что мат, а потому что, да, вот так. Хлеб летает, а хлебушек ливнул. Ой. Боня, за что? Да. Ну, бывает такое, да. За то, что он предводитель драчунов. Поэтому, ну, вот так и случилось. Так, ну смотрите, а сколько у каждого сейчас очков? Кто мне скажет? Подожди, Ой, там у нас проблемы. Ой. Слушай, а меня-то за что только что хотели? Ой. Так там можно, да, точно, я же забыл то, что... Стасик, там вообще-то перепрыгнуть можно было, алло. Короче, я могу сейчас сказать даже тара-та-та, потому что у меня 30 коинов. Сколько? 30. Я больше не хочу в этой проиграть. Подождите. Короче, всем спасибо, рубрика окончена. У кого-то уже бомбит просто. Нет, давай мы сделаем так. Мне кажется, что с этой картой, в принципе, пора уже даже заканчивать. Но есть
следующая карта. Если ты хочешь второй сезон лучшего Майнкрафтера на новой карте, дай мне знать. А я все, я с этими наркоманами больше не хочу играть. Короче, ставь лайкусик, если хочешь других наркоманов. Ну, не наркоманов, а ну. Не-не-не-не-не. А, да. Ставь лайкусики, всем удачи и всем пока. Наркоманы Петровичек. Сейчас. Всех забаним!